Но, несмотря на непогоду, в Северном Казахстане открылся сезон летних детских лагерей. Спортивные игры, конкурсы, кружки днем, дискотеки вечером. Этим летом в детских лагерях области отдохнут свыше 10 тысяч маленьких североказахстанцев. Сегодня в Березке встретили первых гостей. Это больше 160 человек. Отправилась туда и съемочная группа МТРК. Всего 10 дней, но прощаются словно на год. Сегодня открылся сезон детских лагерей. Первыми ребят встретит Березка. Впереди у школьников насыщенный отдых без гаджетов, новые знакомства и приключения. А еще они научатся самостоятельности, отмечают родители. Дочка у меня едет первый раз в лагерь. С таким волнением ее отпускаем, переживаем. Отправляю в первый раз так надолго, 10 дней. Уже скучаю по ней. Вот стоим, не можем проститься. Но думаю, такой опыт ей на пользу. Потом будет вспоминать, как было весело в лагере. Даже дождь не омрачил настроение мальчишек и девчонок, хоть и мокнуть пришлось долго. Длинная очередь выстроилась к медику. Из-за одной подписи дети и родители стояли под дождем минут 20. И вот, когда все формальности выполнены, ребята отправляются в свое маленькое путешествие. А мамы на прощание дают наставление: кушай хорошо, не балуйся. Кристина, слушайся, воспитательница хорошая. Чистый воздух, пятиразовое питание, игры и никакого домашнего задания. Лагерь «Березка» встречает детей. Мы вас ждали! Мы вас ждали! На первый сезон в «Березку» приехали свыше 160 детей. Многие из них первый раз оказались одни без родителей. Потому немного стесняются и теряются. Освоиться им помогают вожатые. Они говорят, обычно на адаптацию хватает одного дня, но кому-то достаточно и 5 минут. Я дружился с Антоном, и мы будем играть вместе. Я здесь буду веселиться. Мне даже дождь не помешает играть, потому что у меня есть ветровка. Выборы президента лагеря, день сказок, спортивные игры, конкурсы, дискотеки каждый вечер и прощальный костер. Скучать ребятам не придется, их развлекательная программа расписана поминутно. Отмечу, отдых для детей из социально уязвимых слоев населения бесплатный. На летний отдых и оздоровление детей из фонда Сиовича выделено в 2019 году 600 путевок. Первый сезон в детском оздоровительном лагере «Березка» начинается с 17 по 26, лагерь «Достык» с 18 по 27 июня. Всего в нашей области в 14 детских лагерях отдохнут свыше 10 тысяч мальчишек и девчонок. Меньше всего отдых школьников ударит по карману жителей Акаинского и Казалжарского районов. Там путевка стоит 15 тысяч тенге. В областном центре вдвое дороже. Айгерим Мукашева, Жолдызбек Ермуканов, новости МТРК.